На очередном большом совещании обсуждали организацию занятости несовершеннолетних. Как отметил Анатолий Пахомов, это основа для профилактики правонарушений. Сегодня в Сочи созданы все условия для молодежи. Только в спортивных секциях насчитывается 23 тысячи мест. Еще столько же это места в различных кружках творческой направленности. Занятия в них бесплатные. Тем не менее, из 54 тысяч в Сочи 10 тысяч детей, кроме школы, больше ничем не заняты. А это значит, предоставлены сами себе, и их можно включить в группу риска. Мы со всей системой профилактики, очень важной, должны сегодня принять такие решения, когда именно за этими 10 тысячами наших детей необходимо установить хороший мониторинг и, самое главное, найти тех тренеров, тех учителей, тех руководителей художественных школ, школ искусств, которые бы ненавязчиво могли пригласить именно эту категорию. К этой важной работе, отметил Анатолий Пахомов, ни в коем случае нельзя подходить формально. Глава города напомнил, нужно продолжать контролировать дневники дополнительного образования, которые должны быть у каждого сочинского школьника.